Здесь мы видим работу мастера 3-летней давности. Выглядит, конечно, все ужасно, и заказчик решил переделать этот санузел. Мы взялись за переделку и посмотрим, что у нас получится. Сняв старую плитку, мы выравниваем стены клеем. Первый слой при высыхании дает усадок, и нам пришлось наносить второй слой. Тем самым получаем идеально ровную поверхность. Устанавливаем трап. Кладем перегородку душевой кабинки. Заливаем бордюр для дверного проема душевой кабинки. С предварительной разметкой. Затем ставим временные маяки с профиля, тщательно грунтуем и заливаем полы душевой кабинки. А также основные полы. Маяки мы удаляем во избежание ржавчины. Штробы штукатурим плиточным клеем, после чего немного корректируем для более точной поверхности. И временно закрываем слив трапа во избежание засора. Отштукатуриваем перегородку душевой кабинки и выравниваем полы в
вторым слоем. Подписываемся на канал, наносим на поверхность трапа герметику. Герметик и параизоляционная лента прилагались к трапу. Затем устанавливаем параизоляционную ленту. А также производим монтаж серпянкой в местах, где находятся гипсокартоновые примыкания. После чего проходим все углы гидроизоляции. Затем наносим гидроизоляцию на стены душевой кабинки. Тщательно раскатывая валиком. Нанесли второй слой в душевой кабинке. Ну и соответственно прошли все полы плюс 10 сантиметров на стены по всему периметру санузла. Теперь ознакомимся с дизайн-проектом. Подготовив и разметив комнату, отбив уровнем, мы начинаем укладку плиткой со второго ряда. Проверяя правилом, мы видим, что 1/4 части плитки вогнута вовнутрь. И чтобы выровнять плитку, мы вбиваем туда клинья. Таким образом, плоскость выходит в один уровень. Также мы видим, что плитка не имеет 90 градусов. Ее приходится корректировать, чтобы выйти в уровень. Укладку производим гребенчатой кельмой в 8 мм, используя при этом систему выравнивания плиткой. А также в дверном проеме выдерживаем горизонтальную плоскость и вертикальную. При укладке откоса также выравниваем плитку клиньями.
Первоначально между полом и плиткой второго ряда мы должны выдержать точный размер плитки, чтобы при укладке первого ряда все совпало до миллиметра. В моем случае все получилось в идеале. После нанесения гидроизоляции мы начинаем укладку мозаики, предварительно все разметив. Укладку мозаики мы производим сверху вниз, фиксируя ее малярной лентой. Второй ряд таким же образом. И последующие ряды также. Не забываем после каждого ряда отбивать лазерным уровнем. А также фиксировать малярной лентой. Таким образом мы повышаем коэффициент полезного действия. При подрезе мозаики под 45 мы применяем плитку, прорезав в ней линию глубиной 2 мм. Кладем на нее мозаику и придавливаем плиткой. После чего с легкостью производим распил мозаики под 45 градусов. Несмотря на то, что мозаика у нас из натурального камня. После подготовки мозаики подготавливаем место для ее укладки. Подрез из плитки должен точно подогнан под размер мозаики, после чего производим укладку. Также фиксируя малярной лентой.
После укладки стен мы приступаем к укладке поддона душевой кабинки, предварительно сделав всю разметку. Укладку мозаики производим кельмой 4 мм. Разложив элементы мозаики, мы тщательно их раскатываем. После завершения мозаики мы приступаем к укладке бордюра. А также бордюра внутри поддона душевой кабинки элементами мозаики. Предварительно подрезав их. Перед затиркой стен мы накрываем полы пленкой, фиксируя малярной лентой. Так как затирка будет бокситной, полы должны быть тщательно укрыты.
Для мытья плитки после эпоксидной затирки я набрал все различные салфетки, губки, в процессе буду экспериментировать. Распаковываем затирку. Выливаем туда эпоксидный клей. И тщательно размешиваем. После чего наносим затирку на мозаику. Втирая ее по диагонали. Таким образом мы тщательно забиваем швы. Для скоростной затирки применяем шпатель для обоев. Очень удобно и быстро. Затем мы распрыскиваем простой водой и снимаем лишнее грубой губкой. Через полчаса повторяем процесс более мягкой губкой. Ну и после высыхания приблизительно 3-4 часа берем простую вафельную салфетку и удаляем оставшийся налет. Также оставшийся налет можно удалить простой губкой для мытья посуды. Затирку плитки производим резиновым шпателем. И промываем простой губкой для мытья посуды.
Ну и также после высыхания оставшийся налет убираем вафельной салфеткой. Тем самым полируя стены. Спасибо за внимание.